Хороший помощник для мамы растет сын кандидата в депутаты Марии Бароновой от «Открытой России». Помогает матери в предвыборной кампании. Об этом даже есть счастливое семейное видео. Вот все хорошо, если бы не одно «но». Претендентам на места в Госдуму по закону запрещено использовать детей для агитации. Своих или чужих – неважно. Впрочем, закон некоторым политикам не писан. За нарушение правил кандидата могут оштрафовать. Выложить придется от 1 до 30 тысяч рублей. Но лишь если ребенок сам пожалуется на конкретного человека. А вот малолетним агитаторам, если в листовках все чисто, вообще наказание не грозит. Чаще всего будущие законодатели публикуют ролики с подростками в Твиттере. Коммунисты по-своему обошли запрет. На плакате нарисовали ребенка, стоящего к публике спиной. Абстрактные образы права детей не ограничивают. На нелегальном пиаре уже ловили яблоко и «Справедливую Россию». Причем яблочники даже намекнули на героизм кандидатов. Вы не боитесь за свою жизнь вообще? Но если там ваше убийство могут построить как несчастный случай. Или в Совете 12 лет. Круто. Ничего себе, какие люди активные, в каком возрасте. Короче, отвечу так. Не боится только идиот. По словам политтехнологов, детские лица в разы повышают доверие к политикам. Для любого человека малыши – символ будущего. Если кандидат заботится о малолетних на плакатах, значит, он радеет и о будущем Родины. К тому же образ семьянина увеличивает кредит доверия к будущему депутату.